Це Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та військовий льотчик-інструктор, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Романе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Пане Слава, бажаю всім здоров'я! Пане Романе, от хотілося б розпочати нашу з вами розмову із найгарячішого напрямку, де зараз, на щастя, але йдуть дощі і будуть вони йти ще найближчі 10-14 днів. Це Авдіївка, де ворог не може використовувати наразі свою техніку, важку техніку, і готуються вони до третьої хвилі наступу. От цей період часу в 10 днів, коли будуть безперервно фактично йти дощі, чи може цього часу вистачити нашим ракетникам, нашим артилерійським військам для того, аби завадити росіянам підготуватися до ось цього наступу. Десь, можливо, вразити склади, десь пункти базування, і ось таким чином трохи, але знизити їхню боєздатність. Скоріше всього, вже в цьому році реальної третьої атаки з участям техніки в великому кількості вже, мабуть, не буде. Діло в тому, що після того, як пройдуть недільні, хоча б недільні дожди, чорнозьом донецький, особливо в районі Авдіївки, числе, он становится, ну, до морозов, по крайней мере, до хороших морозов таким жидким бетоном. По нему идти нельзя. Вода там быстро не сойдет. Потому, я думаю, уже такой серьезной атаки точно не будет. Погода прикрыла. Она на нашей стороне сейчас прикрыла наш гарнизон от массовых движений россиян. Ну, а то, что они будут проводить в ближайшее время, это артиллерийские атаки. Артиллерийская, арта, авиация и живые штурмы, но опять же, широкомасштабных не получится, уже однозначно не получится. А мелкие атаки мы их отбиваем, отбиваем даже с помощью артиллерии тех же минометов, которые расположены в Авдеев. То есть здесь даже не включается дальняя артиллерия, которая находится в гарнизонах Карловки, юго-западнее Авдеевки, и северо-западнее в гарнизоне Очеретина. То есть, по большому счету, можно сказать уже, можно выдохнуть по Авдеевке, природа прикрыла. У нас есть достаточное количество ракет, достаточное количество высокоточного оружия артиллерийского, дальнего, причем там и 40-километровые пушки работают, которые могут отстреливать, причем высокоточные снаряды. Держим под контролем сейчас север Донецка, северо-запад Макеевки, запад Ясиноватый. А это как раз те населенные пункты, где сейчас рассредоточены российские войска, которые пытались подготовиться к третьей волне удара по Авдеевке. Вот, скорее всего, они затягивали, командиры среднего звена затягивали подготовку, понимая, что когда начинаются дожди, то уже двигаться уже ни один генерал не прикажет, нет никакого смысла. Россияне пытались в течение вот последних таких дней, с воскресенья, наверное, пытались двинуться на Авдеевку с нескольких сторон, подготовили плацдармы для разворачивания той же техники и севернее Авдеевки в районе Авдеевского Коксахима, южнее в районе Опытного, в карьерах, но после хорошо проведенной артиллерийской обработки этих плацдармов сдулись, оттянулись обратно, то есть на закрытые позиции, и в принципе уже двигаться, наверное, уже не будут. По дождю там двигаться просто невозможно. Пане Романе, от якщо того тієї третьої хвилі великого наступу таки не відбудеться, і росіяни не будуть якось просуватися вперед, виходить так, що ось на зимовий період ситуація довкола Авдіївки, ну, вона заморозиться фактично на плюс-мінус тих самих позиціях, на яких є зараз. І це не дуже вигідно для самої Авдіївки, фактично, яка перебуває у напівоточенні ворога вже досить таки тривалий період. І за цей час, за зиму, і ще там трохи осені залишилося, росіяни ж фактично можуть стерти дотла цю Авдіївку артилерію, авіацію, яка дуже активно зараз працює. І на превеликий жаль, ми можемо бачити те, що бачимо у Мар'їнці зараз. Тому що, ну, Мар'їнки як такої фактично вже немає, залишилися одні руїни. Чи загрожує такий схожий сценарій, скажімо, для Авдіївки зараз? Надо приймати реалії, як вони є. Авдіївки вже не буде. Тобто ті дії, які росіяни проведуть в ближайший там місяць, вони будуть зв'язані якраз з уничтоженням всіх построек, які є в Авдіївці, і уничтоженням і Авдіївського Коксахима. Тобто вони це можуть робити,
Артиллерии у них тоже достаточно. Там подвоз есть железной дорогой, там буквально рядом железнодорожная станция Ясиновато, несколько километров юго-восточнее, потому проблем у них с этим в этом смысле не будет. Мы, конечно, отслеживаем подвоз, отслеживаем поезда, которые они подтягивают с цепки. Выбили уже из Ясиноватой с одной стороны и достали уже до Мушкетова, это юго-восточнее Донецка, вернее, это в Донецке на юго-востоке тоже еще одна станция. Но, тем не менее, россияне пытаются подвести, у них есть механизмы по городу пройти между домами, то есть подвозят и работать они будут точно артиллерией, но авиация, само собой, КАБами. Пока у нас не появятся F-16 или дальние системы ПВО, они будут КАБами срывать Авдеевку в ноль, как они уже делают. Каждый день где-то 3-4 дома полностью срывается до фундамента 9-10-этажки. Им, в принципе, осталось еще где-то с месяц. Ну, до Нового года они точно с Авдеевки сделают ту же Маринку, то есть лунный пейзаж, так называемый. Это уже надо понимать, что именно так оно и будет, потому к этому уже все, в принципе, готовы. Там, правда, еще осталось около 1700 человек гражданских. Те, которые, ну, при любом развитии событий, они оттуда не уедут. Сейчас они находятся в бомбоубежище Ясиноватского Коксахима. Там серьезные подземные коммуникации, то есть гражданское население там есть. Попытаются, конечно, как только возникнет такая возможность, принудительно их вывести, но это будет сложно, они разбегутся. Это тот процент населения, который никогда ни при каких условиях не уходит от мест проживания, бывшего, по крайней мере. Скорее всего, зимой там есть такая возможность, да, даже в дождь, даже в слякоть, в такую, которая сейчас будет в том районе, двигаться вдоль дорог. У нас есть хорошая возможность как раз в осенне-зимний период отрезать российские клещи, которые протянулись до Авдеевки с севера и с юга. Шоссейка, которая идет с Константиновки рядом с Красногоров с севера на Авдеевку, она как объездная дорога, она с востока проходит рядом с Авдеевкой и уходит на Пески. По большому счету у нас есть возможность двигаться вдоль этой дороги с твердым покрытием. Там даже в дождь можно двигаться. То есть по большому счету, скорее всего, попытаемся отрезать как минимум северную клешню до Красногоровки, в районе Красногоровки, вот вдоль этой дороги. Мы сами можем взять российские войска в окружение, двигаясь от Константиновки, от Торецка на юг, а с юга Авдеевский гарнизон может помочь как раз вдоль этой же самой дороги двинуться на север и отсечь эту клешню северную, и разблокировать Авдеевку как минимум с севера-запада вдоль железной дороги от Очеретина. Это основная дорога, которая питала Авдеевский гарнизон. Потому развитие событий там положительное, по крайней мере, даже в ближайшие, допустим, полтора месяца до Нового года. Пане Романе, Збройні сили України влучили ракетою по центру виробництва і підготовки операторів дронів у місті Донецьк. Чи відомо вам, наскільки пошкоджена ця будівля, наскільки суттєві втрати серед окупантів і наскільки це повпливає на використання безпілотних літальних авіаційних комплексів з боку самих росіян? Несколько месяцев россияне развешивали объявления, объявляли в Донецке о том, что на Челюскинском 49 открывается центр подготовки беспилотников, операторов беспилотников для убийств украинских граждан и украинских военнослужащих. Несколько месяцев это они угощали этой информацией наших ракетчиков. Ну а если угощают, чего бы не угоститься? В конце концов, после проверки, до разведки, корректировки был нанесен удар высокоточным оружием, которое уничтожило этот центр. Там погибло несколько человек, которых как раз инструкторов, которые обучали. И, естественно, со всем военным оборудованием, связанным с беспилотными системами. И беспилотники, и системы управления. После того, как на место удара собралась МГБ российская, ну, можно уже говорить российская, там и коллаборантов много,
МГБ, местные донецкие менты, туда пришла еще одна ракета и похоронила еще несколько человек. Сейчас завалы боятся подходить, разбирать реально, потому что может прийти и третья ракета, они прекрасно понимают, там дальность до линии фронта несколько километров. Уже не говоря для хаймерсов, это 80 километров дальности, это вообще не дальность. То есть хорошо, правильно, грамотно проведенная операция. Таких операций каждый день проводится несколько в Донецке и с помощью ракет «Хаймерс», и с помощью высокоточного артиллерийского оружия, которое работает по промплощадкам. Донецк – большая, по большому счету, промплощадка. Там расположено много шахт, много промышленных предприятий. На них расположены военные, российские военные объекты. В основном это склады, это те расположения техники личного состава и реммастерские, ремонтные мастерские. Потому постоянно идет обстрел Донецка, Макеевки и Ясиноватой по военным объектам довольно-таки хорошо и уточно. Пане Романе, ну і не тільки з ремонтом дроновим якимось, так у них проблеми, дуже велика необхідність вони зараз відчувають і в запчастинах, в деталях до своєї авіації. Відтак, вчора буквально з'явилася стаття у виданні The Wall Street Journal, де зазначалося, що Росія просить інші країни повернути продане нею ж озброєння для того, щоб ремонтувати свої гелікоптери, свої вертольоти, там, свої літаки. І йдеться, зокрема, про те, що чинний постачальник вертолітних двигунів ОДК «Климов» не справляється з таким масштабом втрат техніки на території України, тому РФ веде переговори з такими країнами, як Пакистан, Єгипет, Білорусь та Бразилія щодо повернення важливих запчастин. Невже російське ВПК от настільки вже не справляється з цими втратами, що ну не можуть вони ремонтувати десь, можливо, підбиті гелікоптери там чи пошкоджені внаслідок ракетних атак, зокрема те, що ми бачили у Бердянську, наприклад, так зовсім нещодавно. Фактично, от як з цим бути? Много двигателей авіаційних і вертольотних, і для істребителів производилось на Запорозькому заводі, на нашому. Причому навіть во время війни, після 2014 року, двигателі поставлялись в Росію. Більшість К-52 якраз працюють на запорозьких двигателях, произведених за останні 10 років і поставлених через треті країни, поставлених в Росію. Но после того, как началось широкомасштабные наступательные действия, естественно, этот канал был перекрыт. А еще остались эти двигатели в как раз вот этих странах, которые вы назвали, и сами двигатели, и самолеты, вертолеты, которые имеют эти двигатели, даже уже не летающие, то есть в качестве доноров их можно использовать, россияне потому и пытаются собрать всю технику, летающую, не летающую, любую, для того, чтобы вот этот провал по производству и двигателей, и частей самолетов, и вертолетов восстановить. Причем этот провал как раз связан с украинским производством. У них это не получится, потому что то количество техники, которое есть, это по большому счету на несколько недель уничтожение на нашем театре военных действий. Россияне это прекрасно понимают, они уже видят, просчитывают эти потери. У них техники осталось, если в таких темпах они будут терять ее, как сейчас, до десятка бортов в месяц, где-то на год-полтора они это прекрасно понимают, сейчас будут что-то придумывать, скорее всего, покупать в том числе и китайские вертолеты и самолеты.